разве не уехали домой, уважаемая? Людмила Прокофьевна? Нет, нет, я как-то вот ушла, а потом раз думаю, это... Что? Вернулась. Вы все такая внезапная, Людмила Прокофьевна. Да. А еще я, знаете, какая, Юрий Григорьевич? Какая? Я еще непредсказуемая. Юрий Григорьевич, знаете что? А у меня было такое одно предложение. Рассмотрите. С удовольствием. Да? Рассмотри все ваши предложения. Людмила Прокофьевна, а вы настоящая мымра. Давай, давай, мымра, жги. Давай, Люся. Вгоняй меня в долги. Коллеги, по-моему, это какая-то подготовленная провокация. Людмила Прокофьевна, а вы настоящая мымра. Да это вообще не... Где вы взяли эту запись? Калугина the best. Что нам с вами делать, Юрий Григорьевич? Я знаю, что с нами делать. Толь, выйди из кабинета, что-то себе позволяешь. Я ничего себе не позволяю. Пока, скоро позову. Ты все неправильно понял. Зато все правильно увидел. Да. Нет, не думаю. Не надо, я сам не надо. И впредь, пожалуйста, будьте добры. Обращайтесь ко мне по отчеству. Хорошо? Спасибо. Ах так, да? Да. Вот вы как сейчас заговорили. Да, так заговорила, как я должен с вами говорить. Ну, у нас начальство. Да. Хватит с вами сюсюкаться. К начальству у меня никаких сентиментов. Это верно, это очень правильно. Нужно как-то все-таки соблюдать субординацию, а то вам только дай. Куда нам вы другим даете? Что? То. Так, все. Достаточно. Займитесь презентацией. Да. Толь, а что происходит-то? Ничего, я ухожу. Толя, она тебя обидела? Она меня повысила, представляешь? Ты посмотри, а? Черт знает что. Одного она уволила, другого она повысила. Что она вообще себе позволяет? Здравствуйте, товарищи! Анатолий Ефремович, вам тут не дует, нет? Нет, спасибо. Я морозоустойчивый. Было бы жаль, если бы вы заболели. Компания пришлось бы оплачивать ваши... С удовольствием. Да? Рассмотри все ваши предложения. Людмила Прокофьевна, а вы настоящая мымра. Давай, давай, мымра, жги. Давай, Люся. Вгоняй меня в долги. Коллеги, по-моему, это какая-то подготовленная провокация. Людмила Прокофьевна, а вы настоящая мымра. Да это вообще не... Где вы взяли эту запись? Калугина the best. Что нам с вами делать, Юрий Григорьевич? Я знаю, что с нами делать. Спасибо. Ах так, да? Да. Вот вы как сейчас заговорили. Да, так заговорила, как я должен с вами говорить. У нас начальство. Да. Хватит с вами сюсюкаться. К начальству у меня никаких сентиментов. Это верно, это очень правильно. Достаточно. Займитесь презентацией. Да. Вы же хотели стать начальником? Вы им стали. Она меня повысила, представляешь? Ты посмотри, а? Черт знает что. Одного она уволила, другого она повысила. Что она вообще себе позволяет? Здравствуйте, товарищи! Анатолий Ефремович, вам тут не дует, нет? Нет, спасибо. Я морозоустойчивый. Было бы жаль, если бы вы заболели. Компания пришлось бы оплачивать ваши больничные. Я вам обещаю, если я заболею, тут же умру. Обещаете? Да, компания не пострадает.